Продолжается визит президента США Обамы в Японию. В ходе переговоров с японским премьером Синдзо Абе он заявил, что проблема принадлежности островов Сенкаку, находящихся в центре территориального спора Пекина и Токио, относится к сфере договора об обороне между США и Японией, и Вашингтон будет противостоять любым попыткам лишить Японию контроля над этими островами. Наш договор о безопасности является полномасштабным. Острова Сенкаку находятся под управлением Японии. Тем самым они подпадают под пятый пункт совместного договора о безопасности между США и Японией. В ходе переговоров Обама и Абе не обошли вниманием и ситуацию на Украине. Президент США рассказал, что в настоящее время идет проработка нового пакета санкций в отношении Российской Федерации. Если я не озвучил новых санкций в отношении России, это не значит, что они не готовятся. Их принятие сопряжено с определенными техническими трудностями. Однако мы рассматриваем вероятность их применения в дальнейшем. Обама встретился с императором Японии Акихито и императрицей Михико. В парке при императорском дворце президента США приветствовал почетный караул и дети с американскими и японскими флажками. Барак Обама прибыл в Токио в рамках своего 8-дневного турне по странам Юго-Восточной Азии. Он также посетит Южную Корею, Малайзию и Филиппины.